Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня повзрываем вот такие классные кегли. Смотрите, сколько у меня больших таких игрушек есть. Во, пластмассовые, как все любят, чтобы разрывались хорошо. А также на сегодня я взял очень много петард больших. Смотрите, есть такой Big Boom. Есть большой Achtung от Кометы. Вот такой TC5B от Fiery. Тоже очень большая. Всем нравятся большие, поэтому буду брать большие теперь. Big Jumbo Power of Dynamite. Так, есть Black Tiger. И есть вот такой Achtung. Не знаю, взрывается он, правда, или нет, но, если что, я взял на запас вот такую. А, и взял побаловаться вот такой самолетик, несколько петард и вот такая пулеметная лента. Что же, ребята, давайте начнем. Взорвем первую. Друзья, у меня часто спрашивают, где я покупаю пиротехнику. Так вот, сегодня решил порекомендовать вам интернет-магазин пиротехники Firework Pro. Смотрите, ребята, этот магазин просто суперский. Здесь классные цены на пиротехнику. Сам уже здесь заказал много раз, поэтому, ребятки, решил вам порекомендовать этот магазин. Также здесь есть классные салюты. В общем, различная пиротехника на любой вкус. Смотрите, давайте вам покажу. Фонтанчики вот можно любые выбрать. Салюты. Много чего интересного. Поэтому, ребята, буду рекомендовать. А также, ребятки, я договорился с магазином и всем моим покупателям, кто будет покупать здесь товар, можете писать промокод TNT Fox, тогда получите 10% скидки на весь заказ. Поэтому, ребятки, покупайте, заходите, ссылочку обязательно оставлю на магазин в описании под видео. Давайте начнем с вот этого Achtunga, вдруг он не взорвется, чтобы сразу использовать. Так, давайте вот здесь буду ставить. Правда, я не взял, чем буду их приматывать, но ладно, ребят, так и быть, буду просто ставить, посмотрим взрыв, а когда будут какие-то осколки, добьем другими петардами. Вот так, Achtung установили. Ну, в принципе, что связал, что не связал, одно и то же получится. Давайте пробовать. Так, не сработало. Сейчас возьму еще каких-то петард и будем дальше взрывать. Так, давайте уже возьмем вот этот Big Boom. Так, с Achtung в сторону. Вот так вот. Поехали. Это да, по-моему, на два куска разорвало. Смотрите, верхушка отлетела, и вон там вторая часть. О, да, смотрите, можно, в принципе, еще бахнуть какую-то мелкую петарду, но потом придется собирать вот этот весь мусор, поэтому давайте пока бахнем другую кеглю, если что, в конце еще дозреваем. Так, давайте запустим для начала самолет. Вот этот. Поехали. Тоже залетел. Сразу его уберем, чтобы не мусорить. Смотрите, уже бутылки тут валяются какие-то. Тут она мусоре. Так. Сейчас самолет выкину. Берем дальше какую-то кеглю. Так, берем вот этот Achtung. Вот такой и красную кеглю. Давайте будем теперь в обратную сторону ставить. Вот так вот. Посмотрим, как так взорвется. Поехали. Капец. Может, хоть какое-то повреждение есть для маленькой петарды. Ну-ка. Вот так сделаем. Во.
смотрите. Тоже два кусочка. Так, берем тот, что подальше. Так, ставим здесь. Вот такие куски. Так. Берем зеленую и Big Jumbo вот такой. Погнали. Ого, отлетела далеко. А ну-ка, разорвалась, не? Да, есть повреждение. Можно сейчас взорвать у нее петарду. Смотрите, как лупануло почти на три части. Вот эти вверху, посерединке и вот тут. Даже внизу есть. Так, сейчас мы что-то бросим внутрь. Так, что у меня тут есть? Давайте посмотрим. Смотрите, есть FP3. Супер мощная. Рванет хорошо. Так, погнали. Просто разлетелась на кусочки. Так, кусочки пособираем потом. Вон там, смотрите. Валяется. Так, есть еще две. Давайте желтую с желтым. Вот этим. Так. Ставим. Так, это у нас Black Tiger от фирмы Максим. Большая мощная петарда наподобие Динамит Бум. Только, по-моему, помощнее. Ну, давайте посмотрим. Взрывается мощнее или нет. Если вообще взорвется. Вот и все. Так, на замену у меня есть вот такая. Горилла бомб. Не будем пока подходить к ней. Давайте бахнем вот эту. Поставим ее здесь. О. Вот так вот. ТЦ-5Б. Ну уже не падай. О. Поехали. Так, с камеры наводись. О, отлетел, будем сейчас добивать. Можно даже две закинуть каких-то. Посмотрим, как рванет. Вот так вот. О! Смотрим. Так, поставим здесь. Так. Берем вот эту и вот эту. Так, магнум. Как ее тут установить? Вот вопрос. Вот так просто закину туда, да и все. Ничего, так рвануло, смотрите, ошметки. Так, ну что, взрываем горилла бомб. Так, эту в сторону. Жаль, две не взорвалась. Давайте поставим вот так. Получится, не? Наверное, не получится. И так не получится. Так, сейчас поставим, чтобы она вверх полетела. Зараза, не хочет. Добавим вот так. О, сейчас полетит хорошо, смотрите.
Вот так вот. Что ж, ребята, повзрывали мы петард. Смотрите, не сработала вот эта петарда, и Black Tiger не сработал, и Ахтунг. Ну, что поделать. Сейчас мусор весь, короче, поубираем за собой. Нету мелких таких осколков. Быстренько сейчас все уберем. Предлагайте, какие варианты, идеи для новых роликов, что вы хотите, чтобы я снял такого интересного, с такими игрушками, может быть. Предлагайте, обязательно что-то сниму. Также предложите, какие петарды брать большие. У меня есть много разных больших петард, поэтому предлагайте, буду брать для вас, снимать такие ролики. Давайте наберем на этот ролик 2000 лайков, тогда я буду знать, что вам нравятся видосы с игрушками. За старание и для мотивации набираем 2000 лайков, и уходит сразу следующий видос с игрушками. Думаю, будет интересно, что-то придумаю классное и почитаю ваши комменты по поводу новых петард. Надеюсь, видео вам понравилось, лайкайте, комментируйте, смотрите, подписывайтесь вот на канал, здесь будет ссылка на второй канал, также внизу в описании. На втором канале выпускаю также классные видео с пиротехникой, поэтому обязательно подпишитесь. Не забывайте смотреть здесь 4 ролика, они тоже классные, может быть, вы их еще не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр, пока-пока, ребят, до новых встреч.